Человек так устроен, что когда нам плохо, мы думаем, где-то кому-то хорошо. Но когда нам хорошо, мы редко думаем, что где-то кому-то плохо. Сегодня у нас есть возможность сделать добро, есть возможность почувствовать, что несмотря на большие расстояния, мы один народ, одна страна. И география проекта «Голос» позволяет нашим участникам обратиться к своим соотечественникам во всех уголках страны. Это наш голос помощи. Меня зовут Анастасия Спиридонова. Я из города Великие Луки. Я хочу обратиться ко всем странам, где только вещает Первый канал. Давайте всем миром поможем людям, пострадавшим на Дальнем Востоке. Мы хотели все понять, да и проститься. Ты однажды окольцованный птицы. Удивительно, но это приговор мой. Я скажу, но ты не знаешь, что ответить. Мы с тобою словно маленькие дети. Ну кому еще доверить этот мир мой? Непонятно, как стихи рождают прозу. За улыбками друзей я вижу слезы. И не знаю, как вернуться нам к любви той. Можно просто перелистывать страницы. Мы с тобою окольцованы. Птицы, ну кому еще доверить этот мир свой? За любовь и одиночество.